Мы проезжали мимо, когда ехали на море, мимо этой вареничной. А сейчас возвращаемся и заехали попробовать русских вареников. Очень красивое место. Мы уже сделали заказ. Сейчас нам это все принесут. Стены такие, как мазанка в хатах. Здесь даже есть уголок ожидания для детей. Здесь можно порисовать. Будешь и поиграть? Будешь рисовать? Садись, порисуй. А мы пока подождем вареники. Я заказала себе вот такой вот суп с морепродуктами. Выглядит, конечно, вкусно. Подается в таких вот глиняных тарелочках. Здесь тоже рис, какая-то приправа. У Миши горшочек вот такой вот со сметанкой и с вареником. А, нет, с пельменями. Да, я себе вареники заказала. Ну вот и мои вареники подоспели. Красиво оформлено. Сейчас попробую, как это на вкус. Да. Угу, вкусненько. Не вкусненько.